У нас и Блат, и... Так, Блат есть, Анхолик есть, Раздека есть. А, еще и ММ2. Заебись. А кто МТ? Вар, наверное, сейчас посмотрю. Что-то у меня одного чела не показывает. Впереди, что за хуйня? Так, я на трэше в анхолике, скорее всего, буду, а на босса в Млад спек. Про гроли. Короче, кто что хочет ролить, напишите, я вам скажу. Ну, будете в роте или нет, где там. Есть какой у вас текстовый канал, который вы видите вход, по-моему, да? А нет, там всякая хуйня. Может, погореть? А вы видите? А, да, погореть. Пишите просто, вон, короче, ролите там на кого, бла-бла-бла. Ты давно в этот здесь не заходил уже. Не, не вылазь, не в ребят, а в Дискорде пишите, пожалуйста. Написал. Только да, пишите никнейм, чтобы хотя бы я понимал, кто там, что там, второй. Все как положено. Вот он написал, ролю на ШП и на оф спек хила. То есть я могу тоже на хиле ролить на ШП. Или один спек выбирать. Ну я написал на ШП ролю, это получается мейн спек. А на оф спек это получается, если хилам не надо, допустим, хилам, хапристам или ДЦшникам, то мне могут отдать, дать поролить. Ну, я думаю, так. Сколько там здесь корзу людей? 22. Что-то А никто рыбу не кто... сидит. А рыбу кто-нибудь сможет поставить? Я могу поставить войд. Войд приз, да? Сейчас, блядь, забыл взять всю монету еще раз мне. Тыкайте на сумон. И чё вы стоите? Могли бы посумонить уже весь рейд. Думаете, за вас все будет делаться? Вот другое дело. Ебать, столько сволов я еще никогда не видел. Но я подозреваю, человек. Я на 7 метку поставил, да, мне перед боссом на рыбу вышло. Два танка, да, Юйлун и Феникс, да, получше. Да, Юйлун и Феникс. И на этого, на Юйлуна будут щиты кидать. Пошлите мерзость сначала. Пять человек. Потихоньку прощусь. Пять человек, короче, слакают, АФКшат. Сейчас Арчен АФК, да? Блять, все тут. Не значит, не принимают сумму. Юлун, СЖК, Майнстил и Триксас, короче, Рокков. Примите с ним, давайте речь вон. А, блять, я в Анполе стойки, понял. Сейчас подожди.
Ульду пошла? Чё? Ну, короче, отказывайтесь, потом разгроним. То, что падает с мобов. Меня не будут ставить лут этот. На мобов пыльте там, что-то там. Без... Кроме этого, боешного, там, типа предбоя хуйня мобов. Маги, тыкните столик кто-то. Возьму 86. Мазершип, ты тут? Лог. АФК он пишет. А там арточка. Вар, потанчи трэш пока, ща. Только не сагрите лоскутика, мне 2 минуты отойдут по бусину. Тыкните столик кто-то, маги. Прием. 2 мага есть? Спасибо. Он того бокового, давай его, нет. Нет, они не появляются. Убиваем одного, и все, он больше не появится. Так, ребята, у кого настоя этого ледяного змея я за 50 голды куплю? Я тебе сейчас так дам, у меня есть на ДК. Упала вред. Давай, пожалуйста, на Лока, Мацумото. Я уже захожу, я релок делаю. Угу, спасибо. Пахан, там кулак дайте, пожалуйста. Кулак, Пахан, там сколько палов тут вообще. Так, что я тут? Поставил рыбу. Еще 2 человека здесь. Ну, слезь с рыбы, алкаш. Че ты сел? Так, кто просил настой? Я вам тут прыгаю. А, хант, который гвоздострел, ты тут? Спасибо. Гвоздострел, Хан, ты тут? Так, СС, думаю, на танка, да, второго кидать? Потому что там может шотнуть его. Кто там второй танк? Да. Я и Ван. Так, квадратик или... Или звездочка? Заполнил на кого? Кидай, блядь, на Мацумото кидай. Вот.
чтобы на всякий случай. Можно, пожалуйста, атаку по ДК. Рюгерд, второй хан, ты тут? Да. Блять, я не знаю, кто тут из РДД больше депса будет, давай. Тут, чё хотел? Напуливать будешь, наверное, на сову. Это из РДД. Ну, на лоскуте. Сова у нас с карточкой, который... Или который хук. Ага, вижу всё. Хук. Окей. Если что там сагло. Паладин, знаешь, что такое сальвой надеть? Три фана уносить. Длань спасения, там на панельку вынесите, будет отлично. Сейчас я Влада спешнусь. Блять, кого-то, но... Короче, кто сейчас Дискорд, нажимайте нет. Нет, нажимай, да? Да, ну уже тут вижу, да, понажимаю, блядь. Так, Йолайн тут, Стак ты тут, Хант. Добрый день. Стак, Лок. Ну, походу этого Лока нету. Уволить. Нет, тут. Блять, а кто без Дискорда нахуй? Сюда один человек не дошел. Заебали. Может быть второй хант, до которого ты пытался достучаться? Гвоздострел, ты тут? Как вариант. Ну лут на босса, кто без Диса. Потому что нахуй брови будет. Может тут нет, а на следующем, да. Все, 25 зашел, походу, гвоздострел. Есть. Гвоздострел, это ты? Напиши, что ему в чате. Гвоздострел. А, срихивать можно. Все, окей, отлично. Понимаю. Давайте вообще на плубах. Милики, стоите, ждете, пока дам команду, не бьете босса. РДД сразу вливаетесь. Этот Рюгер напуливаешь на сову пул. Uh-huh. Лайн спасения паладина вынесите на панель, если у вас ее нет. Я кому скажу, дадите, если что. Танчит Юлайн. Не подходите к боссу только. Отойдите, милики, все отойдите и ждите, пока я скажу бить. РДД может сразу вливаться на пул на хука. Прохил Юлайна, дайте. Понял. О, по меня сложилось, заебись. Ладно. Так, стоп, 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 сейчас у меня. Все, идите, милики, бейте. Этот. Карточка, да, и БР по мне. БЛ дайте. Дайте ребах по мне. Каску половину. Вистамар, стамину хотя бы. И лапку грудь. Так, а что, рост будет или нет? Давайте герну. Пост дали. Да ничего страшного, меня просто немножко отвлекают, и главное, похуй. Да, убьем этого Гроблуса, там, без гера, похуй. Нравится мне этот квест дострел. Два КДПС для ВП. Еще и бесплатно выходим. Может он это автоатакой стреляет? Да не надо тут никому ману, блять. Ты чего, прикалываешься? Этот босс манекен, да? Автоатакой стреляет. Поэтому два КДПС. Не, ну у него Пидор. Есть чердейский выстрел, прицельный выстрел. А, нет, тогда не пидор. Я
Фальт тоже, блин, мало ДК какой-то. Ну, остальные еще, остальные нормально. Вот эти ваши вот. Пальцы типа окнулся, да? Может, там уже не накуливать там лок вот этот, маза... Мазерпип, который он больше. Меня слышно вообще? Да. Я понимаю, что ты мне все равно на Латхиба я бы взял бы группу кого-нибудь. Ну проходной ДПС есть, я так скажу. Ну, проходной это на, но все равно вот этот гвоздострел прям какой-то слабенький. Ну гвоздострела нахуй просто сразу. Ну, блять, он для десятки еще только нужен. Ну. Не собранные, хуй знает что. Ну 2К это десятка. Разролим, ну, после квартала, ну вообще ролить будем по ну, через квартал. Ну сори, гвоздострел, ну это типа по-хорошему, так как бы по-другому я не могу объяснить. Ты 202, я 202. Ты собранный, ну ты не собран, я собран. У меня 5800, у тебя 2. Ну тебе в десятку надо идти и одевать там шмот. Хотя бы один раз пройти, хотя бы сет, чарить, камни, там всю эту хуйню. То есть, ну, смысла с тебя здесь нет, ты вагон. Да, давай. Не знаю, зачем ты пошел, ты сам хоть понимаешь? Или думаешь, тебя должны всю жизнь люди другие тащить? Так КД-то КД, но, блядь, таких вагонов... десятку бы ходил. Ну я бы даже в десятку нахуй 2 КДПС не взял бы. Ну типа он и там вагоном будет, это понятно. Ну да, ну там попроще будет. Доберу. Одного ДД я доберу, у меня будет скоро. Вот одного села будет. За нарфа, ну ладно. Все, я и одного я там доберу.
Мага потом, похоже. Упс, ран. Крутая тактика быть хилом 198. Прист, красава. Ты мой кумир просто. Поставьте шкаф. Умон шамана и вара, которого добавил. Один заходит. Вообще пока в 24 убьем, я там мага доберу своего. Вар, давай ты, короче, трэш потанчишь, а я после. Что-то ДК у тебя хиленький, а власть у тебя зеленая стоит. Ну, я просто меняю скорость передвижения. Дедушка стоит. Слабенький ДКшник по ХП. Я же, блядь, в стамину пул не забивался, я на мастерство. Да лучше бы в стамину. Капы, но. Ну капы меткость надо, а мастерство бы хуй забил. Да даже и меткость бы хуй забил. Ну просто слишком слабенько. Капли. Нормально, не сложно. Но воля мертвых есть, это хорошо. Так. Ничего не смонить с твоего шамана. Да. Тыкните кто-нибудь. Пикните. Так. Подкаст. Где этот подкаст? Ты тут? Да я тут. В каску на Валкин, на Ханта. Поставь руку, пожалуйста, и фул баф поеду, дайте. Сейчас я подожду, пока зайдет вар и шаман. Что-то у меня чувство есть, что этот шаман может войти по матери. Ой. Вы теперь ты тут, Трис? Да, да. Поставьте рыбу. Так. Шаман Азарт тут. Сука, это все долго. Габанец варты тут. А у хилов есть кого-то ДД-спек? Не знаю. Хилы. Вот. Элем, может, у кого-то есть? Сейчас я спрошу, Эрдрум, может, пойдет? Да я мага доберу потом, типа, ну... Вон, пускай громобой, спек не свенха, тут хватит 4 хила. Все, нормально. Мага я доберу, нормально. Так. Че, уже слота не будет точно получается? Да. Ну пока что, да, пока кикать никого не буду, в принципе, с остальными все нормально. Ну только если, я не знаю. Если кто-то там прям зафакашит или еще что-нибудь упорит.
Может, так. Сразу есть такие. Блять, азарт. Так, ты что, сейчас будешь добирать? Или проносить сейчас? Нет, из одного? Нет, сейчас пойдем. Ну, бля, говорю, сейчас мой маг освободится и зайдет. Нет, я просто не интересуюсь, может. 24 пойдем. Блять, шаман Диз зайдет сегодня, нет? А чего Диз пустой? А что? Ну там прав же нету новеньких. Как же долго и муторно, блядь. Есть 2 минуты наперекор или нет? Да, покурите. Какой-то шаман зайдет. Не знаю, старого с ДБМ. Всё, зашёл. Может, кому-то есть. О, шаман, походу, зашел. Шаман, ты тут? Да. Азар, кто? Да. Отлично. Ходил. Сейчас, тогда, покурите по-быстрому, и я расскажу, что к чему, и пойдем по-быстрому гулять. Че, ребят, дальше без АПК, ну, квартал закроем там на перекур. Следующий квартал закрыли, перекур и так далее. Громобой. Подкаст Stack, Mindsteel, Enkit, Motosumoto, Alkash. Все тут еще раз, короче, нафиг. Алкаш, Энкит, Моцумото, Громобой. Меня слышно вообще? Да. Блять, ладно, будем надеяться, что они знают, что делать. Короче,
босса начнем, блять. Метки замагались, ладно, похуй, сейчас он себя. Короче, босса начнем бить тут вот, в звезде. Я буду его отводить, в зависимости, когда он будет кидать лужи. Милики, под ебало не подходите, бьете его обычно в бочок, потому что сзади обычно лужи. Лучше всего в бок. Рандомно на одного человека будет кидаться укол. Если милики, которые стоят в медизоне, бежите вот все время. То бишь, напротив, вот тут босс, вот я везде, напротив к стене. Отбежали, с вас укол, короче, закончился, около вашей там випки, там где ваша фракция, там орда. Этот дебаф показывается, то бишь, когда он заканчивается, тут появляется лужа, выходите. Опять же, возвращайтесь к боссу, смотрите, в лужу не забегайте и подъебало к боссу не подходите. Все время бить его в бочок. Следующий момент. РДДшники. Блять. Ладно, сейчас релогну, чтобы метку вам поставить по тему. РДДшники выносите максимально вот сюда вот куда-нибудь все лужи, все конкретные РДДшники выносите, и ох там, если на тебя будет пинать. Желательно куда-нибудь подальше. Вон туда на лестницу. Это на того человека, которого будет кидаться укол и разливать лужи. На диспеле ты алкаш, да, будешь. Шаманы. Это тема чтение уберите, чтобы ни у кого не было. Самое главное. Следующий момент. Милики, смотрите, блядь. Очень у вас прошу, блядь. Когда вы носите укол, блядь. Чтоб не подбежали под ебало боссу, особенно когда он будет харкаться этой слизью. Наплодите трэша дохуя, будет очень плохо. И еще может такое случиться, что вы сдохнете, вас не прохилят. В принципе, это самое главное. Главное, слушайте, кого буду говорить, ник, может там в сковерку или как, потому что у некоторых ники очень сложные. С первого раза, скажем так, читаются. Выносите просто укол, говорю, РДД в ромбик, милики. Вот, я показываю, к стене, все время к стене. Босс будет по кругу бегать, тут же вестись. К стене просто напротив него выносите. Лужа разлилась, обратно пошли боссы. Все, ничего сложного здесь нет. Давайте вообще на полубав. Все, все готовы. Он идет, я сейчас, я понял. Все, поехали. Геру, давайте. Роз, дайте шамана. Геру, шамана. Лужа, милки, бежим. Аккуратно, в лужу не стоим. Вы почок бейте. Так, сейчас лужа будет, видно. Укол первого на ком-то еще будет. Карточка. Лужа милики в виду. Под лицо пока не подходит. Блять, не танцы с меня босса. Джейсон, выйди. Лужи милики отбежали быстрее, вышли с лужи. Энкит, не бегай по луже, сейчас сдохнешь, блядь. Просите миллион. Лужа, 2 секунды, сейчас буду вести. Отходим от лужи. А, зиачин, паладин. Ага, отлично, сам себя продиспей. Хух, поднимаю алкаша. С лужи вышли. Лужа милики. Лапка ему, да. Маг, фактор какой-то. Укол вынеси. Дальше выноси, блять, я сейчас там босса потом вести буду. Так, милики лужа, отвожу босса. Аккуратно. Алкаш, укол. Вынеси. Лужа милики. Алкаш опять укол на себя выносил. Ясно, ты в лужу забежал. Карточка дай БР по алкашу. Лужа милики, аккуратно. Габанец вынеси лужу. Укол.
Ладно, не Берри, его похуй. Макс Фактор, вынеси укол быстрее. Лужа Милики, отходим. Я проебался немножко. Пошли у меня. Дай больно. Лужа Милики, отходим. Ну выйти, блядь, как там лужа, так и спрохиньте Мильзону. Громобой. Не знаю, вынес ты там, не вынес. Лужа аккуратно. Хух, укол. Хух. Подъебало, не подходите, Милики, блядь. Рок, это, Милики лужа отходим. Майнстил, укол вынеси. Лужа Милики отходим. Укол стак, лок. Лужа Милики отходим. Все, добиваем тут босс. Подъебал тут не подходить. Монстершип, лужа лок. Босса добиваем тут. Блять. Цене еще отведено. Лужа. Все добиваемся. Нормально, пойдет. Все, пошлите дальше. Резайте тех, кто там умер, ребят, и дальше пошли. Только аккуратно по трубе идите, не попадайте там. Маги, есть какой-нибудь форспек этих ебланов поконтролить, зомбаков? Ну, подержать. Тогда вы не маги, блядь. Ну ладно, похуй. Тогда кому-нибудь из милипов. ДКшка, я не помню какой там, мне там писал, у которого танк аспект есть. Да, есть у меня. Подкаст, пикнись, пожалуйста, от танка, поддерживаешь трэш. Ну, там пакришь на себя и покайтишь ему. Сейчас я метки примерно поставлю, чтобы трэш выходить будет. Так, где-то тут примерно. Рок. Не знаю, как твой правильный ник читается. Срикс или как там правильно? Ты тут? Трикс. Окей. Тебя не резнули или где-то там умер? Давайте, ребят, быстрее. Бежим сюда. Я объясню, что к чему тут делать. И пойдем дальше. Феникс 2, я тебе грудь зачарю и перчу. Это кто говорит? Поставил рыбу. Подкаст.